все, кто в трансляции, дружно хлопайте. Радуйтесь и прославляйте Бога. Все народы, дружно хлопайте. Вместе Бога. Все народы, нам сошло на нас просто. Хлопайте. Радуйтесь. Мне хорошо быть с тобой. Мне хорошо быть с тобой. Мне хорошо быть. Чука, чуки, чука, пока. Река уносит боль. Река приносит жизнь. Река приносит жизнь, жизнь, жизнь. Хорошо быть с тобой, мне хорошо быть с тобой, мне хорошо быть с тобой, мне хорошо быть с тобой. Есть река, веселящая, град Господень, град Господень. Есть река, веселящая, град Господень. Что уносит всякую боль. Входите в эту реку, племена и народы, входите в эту реку. Все народы, дружно хлопайте, громко восклицайте Бога.
Господи. Река на этом месте, и мы говорим, чтобы также вы могли принять от этой реки. Отец, пусть в твоей руке помещает нейманов в эту реку, князей и царей, простых людей, все народы. Oh, I like it also.
coro de que quiero que quiero que poseo que puedo amén me quiero amero si quiero si quiero celebro porque me quiero solo a mí yo co dice a mí me coli cuando si quiero que no de que quiero que me quiero por a mí me quiero.
дождя, человек река, любовь я. Мне так нужны слова, твои слова, твои слова. Да светится твое имя, Отче, пусть исполнится вся твоя воля, Отче. Абба, Отче. Святое имя,
find it one day. President, you don't want. На небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб насущный подай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди в искушение, но избавь от лукавого, ибо Твое Царство, сила, слава, Твое Царство, сила, слава, Твое Царство, сила и слава, Твое Царство, Твое Царство, сила и слава, Твое Царство, сила и слава, Твое Царство, сила и слава. Неземною красотою, неземною красотой, ой, неземною красотой, да по просторам, да по просторам, ой, растеклась сила твоя. Hey, 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 hey
любовью твоей, красотой твоей. Когда растеклась рекой вся твоя воля на земле, как и на небе, 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 на земле. Thank you.
счастье твоя воля, общая воля.
знамя. Ты мое знамя. Завет с тобой в сердце, на крови заключу. Царство, небесное царство, духом твоим в это царство рождем. Знамя, да ты мое знамя, завет с тобой в сердце на крови заключен. Знамя. Завет с тобой в сердце, на крови утвержден. Царство, небесное царство, духом твоим в это царство рожден. И не воинством, но духом твоим. Не силой и не воинством, но духом твоим. Не силой, не силой и не воинством, но духом твоим. Не силой и не воинством, Духом знамя, духом твоим, духом твоим, духом твоим, о, царство, созидается царство, не силой, не воинством, но духом, духом твоим. Но дух, не сила, но духа твоего, не сила и не воинство. Духом твоим.
Я вижу, как Иисус берет в путешествие своих братьев. Он как старший брат своих братьев и сестер берет в это путешествие. И вместе в этом поклонении мы можем с Ним летать, можем путешествовать, можем пребывать в разных местах. Стоит только захотеть. Стоит только захотеть. Как Иисус сказал, царство — это не что-то где-то там. Это не что-то где-то там. Это здесь. Нас больше рабами. Мы твои друзья. Потому что раб, он не знает, что в сердце Господина. А друг знает. И ты называешь нас сыновьями. Ты наш хлеб, шедший с небес. Хлеб, шедший с небес. Хлеб, хлеб, шедший с небес. Хлеб, шедший с небес. Хлеб, шедший с небес. Jesus, holy, holy, holy.
showcases. She broke out Jesus. No come Jay. Say the сейчас, как Иисус, Он омывает ноги ученикам. Я вижу эту вечерю, когда они собрались вместе. И Он раздавал хлеб. И Он был с ними. Он явил своим примером. Иисус, Ты совершенная любовь. Совершенная любовь. Совершенная любовь. Ты явил совершенную любовь. Ты явил и стал безусловной любовью. Любовь, мотив которой — любовь. В этом мотиве нет никакой корости. Безусловная любовь, без всяких условий. Как в той песне, что любви не ищут, ты с годами поймешь. Не искал он ничего. Совершенный Бог. Он не искал. Стал себя. И Он сказал, вот так поступайте. Вот кто мои ученики. Вот кто мои последователи. Идите и научите, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа. И что свяжете на небе, то будет связано на земле. И что развяжете на небесах, то будет развязано нам. И не удивляйтесь тому, что бесы повинуются вам. Но радуйтесь о том, что имена ваши записаны в книге жизни. О том, что имена ваши записаны в книге жизни. Радуйтесь. И еще раз говорю, радуйтесь. Ибо мы вошли в субботу. Мы вошли в радость. Иисус наша суббота. Иисус наша радость. Иисус исполнение закона. Иисус – это лицо Отца, которое распростерто к нам. Иисус – это то лицо, когда священники молились, Аарон, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Иисус Христос – это обращенное лицо Отца на этот мир, на каждого. И Он пришел, чтобы восстановить состояние человека, чтобы восстановить его в то место, где он есть. И прямо сегодня, прямо сейчас Он говорит, прямо в твой дух, кто ты есть. Разрывая узы непрощения, разрывая узы всякого проклятия. Он говорит в дух, как Отец говорил Иисусу Христу, вот Сын мой возлюбленный, в Нем мое благоволение. Вот Сын мой возлюбленный, в Нем мое благоволение. Вот Дочь моя возлюбленная, в ней мое благоволение. Благоволение. Иисус – это благоволение Отца. Иисус – это благоволение Отца, благоволение Отца. Нежно, Он нежно обнимает собой весь этот мир. И весь мир сегодня в ожидании, как еврейский народ, когда они собирались по домам. И это все свидетельство об Агнце, об Иисусе. И кровь самого Христа на ваших косяках сегодня. Thank you.
И они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и, сказав им, очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания. Классно. И рассказывая вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не приедет Царствие Божие. И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука, о, предающего меня, ну, у нас здесь нет передающей руки, а если эта рука была, то отнялась уже у всех предающих. Рука предающая. Те, кто присоединился к нашей трансляции, там также можете взять хлеб, тело Господа нашего Иисуса Христа и кровь, и вино, виноградный сок. Кто, ну, как принимает вечерю. И мы делаем это в воспоминание о нашем Господе. Мы буквально говорим, что Его кровь, она течет в нас. И мы с Ним одно тело. Он сказал это, делайте так. И этим самым мы благословляем Иисуса Христа. Мы делаем. Сегодня, когда я утром молилась, я размышляла о причастии, и я услышала слово «единение». И я верю, что в сердце Божьем очень сильное желание принести нам откровение, единение со Христом. И я верю, что причастие, оно по сути это единение. По сути это единение. И это единение с Христом, умершим и воскресшим. Это потрясающая истина, это потрясающая свобода, которую Он нам подарил в Своем теле, пройдя через крест ради нас. И мы свидетельствуем о смерти Иисуса, и мы свидетельствуем о воскресении. Мы свидетельствуем о Твоих страданиях, Господь. И мы свидетельствуем о том, что Ты обрел эту радость совершенную, взирая на потомство долговечное, и что мы Твое потомство, мы Твое наследие. Иисус, и мы прославляем Тебя в этом причастии, мы прославляем Твою жертву сегодня особенным образом в эти дни этой Пасхи, такой пророческой Пасхи, в такое пророческое время. Господь, мы благословляем этот хлеб и это вино. Господь, как ломимое тело Твое и как пролитую Твою кровь во имя Иисуса Христа. Mm-hmm.